Постановок, операция «Пристегнись», будьте добры, документы на машину, водительское состояние аккуратненько, аккуратненько. Машина. Судите, опаздывает. Давайте сначала посмотрим документы, посмотрим, как вы их перевозите. Они все на один. Хорошо. Я один раз чуть не страховали, поэтому... Это правильно. Подними, пожалуйста, ручку. Ручку подними, пожалуйста. Вы считаете, что она пристала? Она сейчас сняла, потому что мы уже без пяти, а у нас звонок без десяти перешли, уже вот остановилась машина, отстегнули. Ну я уже притормозила, чтобы стоять здесь, я обычно здесь стою. Детей нужно пристегивать до момента начала движения транспортного средства. Да, мы уже как бы уже... А не в момент, когда вы уже управляете. Понимаю, уже вот когда без пяти, мы главную дорогу перешли, и я притормозила. Наоборот, видя яд, я бы наоборот сказала бы, быстрее пристегнуть. В данный момент вы нарушили все-таки именно правила дорожного движения в области безопасности перевозки. Отстегнулись. Все, вопросов нет. В движении не надо. Не отстегиваться, не пристегиваться. Везде. И впереди, и в зале. Во время движения. Это очень грубо. На трассе этого вообще нет, потому что я еду вот как бы с трассы, поэтому этого нет. Не допускайте, пожалуйста, таких моментов. Хорошо. Не надо так делать, потому что это может быть опасно. Даже придворовывать себе. Сколько? 1500 рублей. А это что? А если не успеваете оплатить в течение 20 суток, то 3000 рублей. А нет. По реквизитам, либо по штрих-коду в любом Сбербанке. Все, это тебе до свидания. До свидания. А почему он не пристегнут ремнем? Да мы только вот сели вот здесь. Вот вы же сели. Здравствуйте, это Борис Адамов. Будьте добры, документы на машину. Водительское удостоверение операции у нас проводится «Пристегнись». Если хотите, в машинке посидите, потому что маленький мальчик, да. Я тогда составлю материал, к вам подойду.